Я сейчас готовлю кабачки, у меня остались. Сосед давал. И надо было уже использовать, потому что они начинали портиться, лежали не в холодильнике, потому что негде было класть, некуда. Вот, и сейчас я вам покажу рецепт. Я, правда, не знаю, что получится, ребята, это я, рис. В общем, я отварила рис, обжарила морковку с лучком, вырезала сердцевину, вот у меня два лоточка таких получилось, и залила майонезно-чесночным соусом сверху. Посмотрим. Я не знаю, как это вкусно будет, невкусно. Сейчас в духовку поставлю. Можно еще сверху потом добавить сыр. Поставила один туда, в духовку. Спросите, почему нет мяса? Объясню. У меня есть фарш. Но, так как Андрей не ест кабачки вообще, а мне, в принципе, мясо, поскольку оно мне вообще не нужно, я решила, это я на ходу придумала, честно скажу, я нигде не брала. Может быть, где-то и есть такой рецепт, я не знаю, не ручаюсь сказать. Но я, правда, на ходу придумала, загорелась, и сейчас на скорую руку вот его готовила. Отварила рис до полуготовности, не совсем, ну, альденте, скажем так. Вот, и обжарила лучок, половинку лучка, и маленькая у меня морковочка была. Получился у меня такой вот большой один кабачок и вот такой маленький, совсем малюська. Я его напополам разрезала. Вот два лоточка получилось. И маленькую кастрюльку риса. Все, я когда варила рис, я его не солила, ничего. А посолила и поперчила уже в этой кастрюльке, когда перемешивала лучок с морковкой. Вот. И соус я делала сама, чесночный, 3 зубчика чеснока, майонез, и чуть-чуть я водичкой разбавила, чтобы такой, ну, пожиже был, не густой. Вот, у меня есть тертый сыр в холодильнике, в морозилке. Может быть, я потом и сыр туда добавлю, я посмотрю. Может быть, одну партию такую, знаете, сделаю без сыра, одну с сыром. Вот, я думаю, что даже Максим будет, потому что он любит кабачки. В любом виде, как и я, в принципе. Вот. Ну, вот такой решила. Не знаю, ребята, пока. И потом вам скажу, что это получилось. Как это получилось. Кабачок, он быстро готовится. А, и чуть-чуть я смазала лоточек подсолнечным маслом. Кто любит оливковое, можно оливковое. Вот. Чисто просто овощи. Овощи и рис. Вот. Мне кажется, очень вкусненько должно быть. Тем более, знаете как, где чесночок, любое блюдо будет вкусно. Вот. Так что, какие у нас новости? Так, вкратце я немножечко поделюсь, вкратце. Максим сейчас с утра до вечера, до полседьмого, с 9 до полседьмого он на... мини-сборах, интенсивные занятия у них проходят 4 дня. Вот. Так что он прямо интенсивно занимается. Мне очень крайне жалко, почему бы не провести раньше, но мы болели, когда были дожди, потому что в зале душно, они там бедные вообще. А у нас еще до 37-35 градусов стоят жары. МЧС присылает каждый день сообщения, будьте осторожны, вот, пейте воду, ну, такое все. Он вчера пришел, первый день был, вообще никакущий, уставший, сил нет. Спал я его, еле разбудила, знаете, как разбудила? Я говорю: Максим, ну вставай. Но ты потому что сам выбрал эти танцы, никто тебя не заставлял. Быстро скачил, позавтракал и собрался. Ой, насколько вот он, да, фанат своего дела. Я вообще поражаюсь. Его выносливость вот этой вот. А еще после болезни, знаете, как упадок сил. Ну вот. И, конечно, ну ничего. На то он и спорт, да? Так, а я тут мою с вами посуду. Немножко ем. Что готовила. А, кстати, да, и рис я когда отварила, я его промыла холодной водой.
Не знаю, я такой больше промытый люблю, не спившийся. Чуть-чуть осталось, две тарелочки. Что еще? Какие новости? Ну, в принципе, никаких. Я работаю. А вчера я себе устроила, скажем так, не выходной. Я всю неделю тут проработала. У меня педикюр, маникюр, педикюр. То есть комплексные такие шли. По 2-3 записи. Ну, комплекс. Это очень тяжело. Я, спина не разгибалась. Короче говоря. И вот каждый день работала. Интенсив-то надо оплачивать сборы. Короче говоря, я вчера себе устроила, знаете, какой день. Ну, мне же, понимаете, мне же не сидится просто так дома выходным днем. Нет. Я сейчас вам расскажу. Я пошла, взяла все средства моющие, чистящие, развела концентрат, мне Андрей приносил, тогда давно еще с работы, отмыла плитку в своем кабинете маникюрном, всю полностью там, чтобы вам не стыдно было показать, потому что я, по-моему, вам еще кабинет свой новый не показывала, да, маленький. И, в общем, отмыла все вот эти черные какие-то точки были, стены помыла полностью, но стены там нужно красить, я, наверное, уже, ну, этим летом-то точно я не успеваю, у меня времени нет, записи идут, и хочется поработать, знаете, наверное, может быть, весной, не будем загадывать, как вообще обстановка, какая будет ситуация, да, у нас в городе, и, скорее всего, я покрашу там стены, посмотрим. Они белые, ну, под покраску. Ну, такие они уже затертые. Там раньше было в этом кабинете ювелирная мастерская. Вот, тоже сдавали. Поэтому я прям прогенералила, проспиртовала там все. Мне еще подогнала девочка такой флакончик, пшикалку, антисептик. Но он очень такой мощный тоже, спиртовой. В общем-то, все ручки пообрабатывала. Ну, в общем, такое, в общем, стерильность. Вот. И покажу вам потом как-нибудь, поснимаю. Там следующее, может, видео. Напомните мне, комментарии напишите, чтобы я не забыла, кому интересно. И что еще хотела поделиться с вами. Ну, и сегодня, казалось бы, да, но у меня сегодня работаю я дома, потому что я дом не забросила, у меня домашние как приходили, так и будут приходить. Ну, их там немножко осталось, но все же. И вот у меня с утра была запись, в две, ну, не как с утра, в 12. До 12 я прошлась вокруг дома, по всей плитке поворовала эти, ну, прорастает, как они, сорняк. Вот. С этой аллергией. Андрей частично покосил, не стал перегревать косилку, потому что очень жарко уже. И он говорит, все, стоп, завтра еще покосят. Вот. И сейчас еще одна запись. И уже съездили в магазин, купили продукты. Завтра. Завтра у меня, по идее, нет записи. Но я боюсь, что мне опять кто-нибудь позвонит, и я сорвусь, и я поеду. Естественно. Вот, так, по-моему, у меня в четверг уже записи. Четверг, пятница, там все расписано. На следующую неделю расписано. А, и суббота, и воскресенье. Ой, я как, знаете, как загнанная лошадка. Но август, он всегда такой. И то это очень мало клиентов. Знаете почему? Потому что у нас очень много людей уехало из города. Вот, вообще, переехали. Так, а еще Андрей купил нектарины в магните, вот такие вот. Ну, нектарины, нектарин, да, я не знаю, кто любит, я их просто обожаю. Я сегодня помыла, съела, с меня аж все текло по губам, вот этот сок, они такие обалденные. Я говорю, давай еще заедем, еще купим. И вот эта вся вот эта миска, вся с нектаринами. И вот таких два инжирных персика осталось. Ну, кстати, тоже вкусненькие, они сладенькие. И бананы. Бананы я Максиму даю с собой на ну, на сборы. Ой, нос чешется. У меня я все страдаю с аллергией. Я выпиваю две таблетки супрастина с утра. Потому что я не справилась. Я без таблеток хотела не принимать эти таблетки, потому что колбасит от них. Но одну выпью, оно вообще ни о чем. Видите, я тут все подготовила.
Сейчас еще жду. У меня в 4 часа запись. Ой, полчаса осталось. Не успею это доготовить. Ну ладно. В общем, буду ждать сейчас еще одного клиента. И на сегодня все. Ребята, это божественно вкусно. Правда, я чуть-чуть не досолила рис. Это обалденная вкуснота. Соус такой остренький получился, чесночный. Это безумно вкусно. Кто любит кабачки, рис, кому не нужно мясо, советую.